Я видел, что Тенгри создал гнездо изобилия для тюрков и вселенную над их миром. Тенгри назвал их тюрками и сделал их хозяевами государства. Правителей выдвигал из тюрков и дал им в руки бразды управления народом. Во всех делах поддерживал их. Махмуд Кашгари, диван Лугат ат-Тюрк. Ночи и дни мира проходят, как странники. Того, с кем пересекутся их пути, они лишают сил. Каждый по мере своего мировосприятия толкует слова эти, внушающие меланхолию и мысли о бренности бытия. Задуматься об этом на улицах Кашгара. Ведь слова эти как раз и принадлежат Махмуду Кашгарскому. Махмуд Кашгарский писал по-арабски, просто он тюркский, а Махмуд Кашгарский действительно вот такую дидактическую поэму Кудат-Кубелик сочинил по-тюркски.